уже в пятницу, 25 мая, вы сможете посмотреть финальную 95-ю серию украинского сериала «Кольцо с рубином» с неожиданным поворотом сюжета. На холдинг Добровольских осуществлена рейдерская атака. Ни руководство, ни подчиненные не понимают, что происходит на самом деле и кто за этим стоит. Выяснится, что Аня не поехала в Польшу, поскольку заподозрила сестру в подготовке очередного преступления. Как бы искусно Яна не делала вид, что она исправилась, обмануть человека, которому она уничтожила жизнь, не удастся. Аня встретится с врачом сестры, чтобы выяснить, действительно ли та вылечилась. Девушка еще не знает, какую именно роль сыграет Максим в жизни.